Глава Люберец Владимир Ружицкий подписал с представителями бизнес-сообщества 3 соглашения о сопровождении инвестиционных проектов. На встрече присутствовали руководители крупных компаний округа. Производитель весоизмерительной техники Tenza M планирует создать новый складской комплекс. Изготовитель кухонной мебели кухни Триволи запустит новую производственную линию. FDA Company также планирует модернизировать производство. По словам Анны Исуповой, генерального директора косметической компании, данное соглашение поможет создать новые рабочие места и воспитать кадровый резерв. В реализации этих планов также заинтересована и администрация округа. Муниципалитет заинтересован в создании новых рабочих мест и, естественно, значит, в повышении, скажем, оборота вашей компании, повышении заработной платы, что в конечном итоге приводит к повышению собираемости налогов.